В горсовете вспомнили. Дренажные воды, которые попадают в море, представляют опасность. Об этом на аппаратном совещании сообщил Геннадий Труханов. По информации Департамента экологии, качество отобранных проб не соответствует санитарным нормам. Химическим исследованием выявлено превышение гранично допустимой концентрации по следующим показателям. Сульфаты, натрий, сухого остатка, взвешенного вещества и так далее. Там все, чтобы вы понимали, в 3, в 3,5, в 2, 2,5, в 2, в 3,5 раза превышение. Хрома в 4,5 раза. Как сообщили в мэрии, на данный момент разрабатывается проект по очистке дренажных вод.